Представься, как зовут, подведи итоги команды и свои личные итоги. Едыкин Глеб, Дюш Родина, 2001 год. У нас была задача занять первое место в своей группе. И, ну да, мы стали чемпионами. Сезон был хороший. Мы выиграли почти все игры. В конце сезона только одну проиграли. Ну, там отдали в 2000 год там пару игроков. И в замене не было никого, чтобы освежить игру. Вот. И в итоге одно все лишь поражение. А так все победы. Сезоном довольны. Всем игрокам спасибо и тренерам. Как атмосфера здесь сегодня? Здесь очень красиво. Футбольная атмосфера, можно сказать. Как вы с ребятами на эту тему разговаривали, что будет чемпионство, вас будете отмечать? Да нет, особо таких разговоров не было. Все нормально. Как думаешь, пройдет встреча? Кому какие награды достанутся? Ну, я, конечно, не знаю. Ну, хотелось бы, конечно, там индивидуально что-то получить, но как бы важно то, что занять первое место, остальное это уже будет самим себе. Через год соберемся здесь с золотыми медалями, будем отвечать? Ну вот хотелось бы, это смотря будет зависеть от настроя, конечно. Команда, думаю, настроена, но, ну, конечно, это будет зависеть еще от игроков, которые к нам придут, потому что замен у нас не очень много, и усилить игру есть всего лишь пару человек, которые нужны. Все.